Итак, смотрите, я вышел на сайт, уже на главную страницу, и теперь нужно настроить дополнительную страницу о фотографии или фотостудии, фотосалоне. Переходим на эту страницу, кликаем «Редактировать в Elementor». Ну, как видите, шапочка уже есть, там подвал тоже внизу есть уже. Ну, просто вставляем текст нужный вам. И по центру давайте выровняем. Выходим на этот виджет, выделяем все, вставляем. Давайте в стилях сделаем как-нибудь по центру, может. А, нет, лучше не по центру, лучше слева, да? Так, кнопку, вот эту вот кнопочку выделяем. Она у нас будет называться «Посмотреть портфолио». Ну, функционал все переадресации в последнем уроке настроим. «Посмотреть портфолио». И можно даже ссылочку, иконочку добавить, да, глаз добавить на английской раскладке EY. Вот он, глаз. Добавляем. Так, отлично. Давайте даже вот так вот сделаем. Вот так вот. Да. И я хочу, я покреативлю чуть-чуть. И я вот хочу кое-что сюда вставить. Значит, давайте добавим ячейку, ну, в одну ширину. Это нужно для того, чтобы просто виджет вызвать. И давайте добавим разделитель. Здесь мы выберем стиль белый цвет. Ширина 30. В общем, тут не видно на белом фоне. Давайте ее сначала переметнем вот сюда, под между именем фотографа и описанием. Давай по центру сделаем. 50 тут сделать. Вот. Так, теперь нужно перезагрузить изображение. По виджету изображения кликаем. Перезагружаем. Сейчас, ну, смотрите, я обращу ваше внимание на размер изображения. Изображение должно быть 400-700 на 564 пикселя, грубо говоря, квадратное. Сейчас я загружу специально подготовленное изображение. Я чуть-чуть переделал изображение, которое мы использовали на главной странице. Так, отлично. Здесь удаляем. Мы вставляли верстку для того, чтобы активировать виджеты, удаляем. Давайте откроем наш сайт на главной странице. Вот он у меня, в принципе, открыт. И нам нужно скопировать вот этот блок. Копируем. И вот вместо этого, ну, давайте просто вставляем. И потом удаляем вот этот вот шаблон на английском языке. Далее. Нужен блок «Мои услуги» также. Копируем вот отсюда его. И вставляем под этим блоком. Отлично, и там. Теперь нужно подредактировать блок с отзывами. Давайте заголовок сейчас скопируем. И вот здесь. Давайте даже не так. Вот он, заголовок. Копируем. Здесь перед этим блоком вставляем заголовок. Вставить. Временно сделаем стиль, фон черный. Фотостудия. Значит, здесь мы копируем сам заголовок. Сюда переходим, вставляем. Сейчас я посмотрю стили, типографика, PlayFar 38. Стили, типографика,
Давайте на размер 38 делаем. И, значит, расширенные отступы. Снизу в расширенных, вот находясь в виджете заголовок в расширенный переходим. В расширенный переходим и отступ снизу убираем 0. Вот так вот. Теперь нужно, ну, перевести все названия отзывов на русский язык. Поэтому берем, выделяем первый. Ну, выделяем виджет, да, этот, настройки сворачиваем, и тут элементы. Вы можете также, ну, подобно другим элементам, как мы настраивали, копировать в новые элементы. Лучше не добавлять, а копировать, для того, чтобы автоматически добавлялся элемент с этими же настройками в стиле. Открываем первый элемент. Давайте скопируем. Выделяем здесь этот виджет, настройки сворачиваем, элементы, открываем первый элемент и вставляем. Вот здесь вы можете перезагрузить изображение, и внизу давайте введем имя. Ну, опять же, можете какие-то свои данные вводить, можете должность, даты, тут все что угодно можно делать. Так, следующий блок. Второй, давайте здесь мы вставляем, что это Светлана. Так, и третий отзыв. Имя. Имя Диана. Все отлично у нас получилось. И внизу вот этот давайте. Блок, он некрасивый, он не нужен здесь. Удаляем. И вот нужно перевести на русский язык заголовок. Этот вот. Так, вставили. Смотрим. Отлично. Сохраняем изменения. Давайте выйдем из этой панели. Ну что, в принципе, мы настроили сайт. Теперь нам нужно сделать некоторые корректировки. Этим и займемся на следующих уроках.